Благослови душе моя Господа, благословен еси, Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня во вторник за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 12, стихи с 19 по 36. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. «Во время оно совет сотвориша фарисеи на Иисуса и реши к себе. Видите, яко никая же польза есть, семир по ним идет». Бях уже нецы эллини от вшедших, да поклонится в праздник. Си убо приступиши к Филиппу, и жебе от Вифсаиды Галилейские, и моляху его глаголющи. Господи, хочем Иисуса видите. Приди Филипп и глагола Андреови, и паки Андрей и Филипп глаголоста Иисусови. Иисус же отвеща им глаголя, приди час, да прославится Сын Человеческий. Аминь, аминь, глаголю вам, аще зерно пшенично пад на земли не умрет, то едино пребывает, аще ли умрет, мног плод сотворит. Любяй душу свою погубитью, и ненавиди душу свою в мире сем, в животе вечнем сохранит ю. Аще кто мне служит, мне допоследствует, и иде же есмь аз, то и слуга мой будет. И аще кто мне служит, почтит его отец мой. Ныне душа моя возмутися, и что реку? Отче, спаси меня от часа сего, но сего ради приидох на час сей. Отче, прослави имя Твое, приди же глаз с небесе, и прославих, и паки прославлю. Народ же, стояя, слышав глаголоху, гром бысть, и не глаголоху, ангел глагол ему. Отвеща Иисус и рече, не мне ради глаз сей бысть, но народа ради. Ныне суд есть миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И аще аз вознесен буду от земли, вся привлеку к себе. Сие же глаголоше на знаменое, кое смертью хотяше умрете. Отвещай ему народ, мы слышахом от закона, яко Христос пребывает вовеки. Како ты глаголеше, вознестися подобает Сыну Человеческому. Кто есть сей Сын Человеческий? Рече же им Иисус, еще мало время свет в вас есть. Ходите, донде же свет имате, да тьма вас не имет. И, ходя во тьме, не весть, камо идет. Донде же свет имате, веруйте во свет, да сынови света будете». Прочитаем этот текст вместе в русском переводе. «В то время собрали совет фарисеи о Иисусе и говорили между собою, видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя Твое. Тогда
пришел с неба глас и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший то, говорил: «Это гром», а другие говорили: «Ангел говорил ему». И Иисус на это сказал: «Не для меня был глас сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему: «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» Тогда Иисус сказал им: «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма. А ходящий во тьме не знает, куда идет. Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. После торжественного входа Господа в Иерусалим к апостолу Филиппу подошли эллины и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Под словом «эллины» здесь нужно понимать, собственно, греков. Но так называли в Иудее вообще всех язычников. По-видимому, это были так называемые прозелиты, то есть обращенные в иудейскую веру язычники. Когда же апостолы сообщили Господу об этой просьбе, он ответил: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Ефимий Зигобен отмечает: «Иисусу Христу надлежало умереть тогда, когда иудеи осудят его на смерть и когда начнут приходить к нему язычники. А теперь исполнилось и то, и другое, так как упомянутые здесь эллины были язычники. Итак, Иисус Христос сказал: «Наступило время мне умереть, потому что после смерти и воскресения он должен прославиться между всеми народами, когда будет проповедано Евангелие во всем мире». Так как ученики и народ могли истолковать его слова о прославлении в смысле обещания каких-либо новых чудес, то Господь добавляет: «Если пшеничное зерно, упав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Так и смерть Спасителя явится началом новой жизни, умножением последователей Его Царства на земле. Александр Павлович Лопухин отмечает: «Но эта смерть является необходимым условием для возникновения новой, более богатой и разнообразной жизни. Он должен отдать свою душу или жизнь для того, чтобы спасение, им принесенное, вышло из ограниченных рамок иудейства и стало достоянием всего мира». Готовность к самопожертвованию и есть то, что отличает последователей Христа. А потому Спаситель вновь повторяет непреложный закон нравственной жизни: «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Кто любит земную жизнь свою настолько, что не решается жертвовать ею для блага других, тот, в сущности, теряет все, оберегая всячески эту жизнь, которая представляется лишь мгновением в сравнении с вечностью. Он лишается блаженства вечной жизни. А кто считает вечную жизнь выше этой мимолетной, тот не задумается пожертвовать ею, если того требует благо ближних или торжество истины. Блаженный Феофилакт отмечает: «Всякий вообще человек, который любит настоящую жизнь и любит свою душу, то есть исполняет ее неуместные пожелания, когда угождает ей больше, чем должно, и не презирает смерти, погубит ее. А кто ненавидит ее, то есть не служит ей и не преклоняется пред нею, тот сохранит ее в жизнь вечную».
Нам же, дорогие братья и сестры, следует помнить, что Господь обещает щедрое воздаяние своим последователям, принимающим Его с верою и сохраняющим верность до конца. А для того, чтобы служить Спасителю и быть Его последователем, необходимо отречься от греха и приобщиться святости Бога, то есть идти за Христом путем самоотверженной, жертвенной любви, терпения и служения на благо ближнему. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, душе моя, Господа, благо.